Шереметьево аэропорт угар сумелет сахаланна. Эти тумугар бюте хегитнеринен тюрдюн бирки хюльбют. Сумелетке сеттун үс пассажир, онна экипаж, бес члены барабиллер, Москваттан Мурманскайга көтенеспит аэрофлот авиакомпания Сухой, Суперджет, сүй сумелете сухаллык түхергі көхеллібіт. Барлан хетнеринен көтер алға чағылған оқсулан диспетчер кітті себе сүппіт автоматик өлеті бүтінді тоқтабыт. Отын сөмелет баға толыр уматық тақ болан балағаға түхәтін кітті моторығыр уматық керен умайын барбыт. На данный момент совершены аварийно-спасательные работы. На месте происшествия продолжают работать следователи Следственного комитета Российской Федерации. Следует отметить, что службы аэропорта Шереметьево сработали оперативно. В настоящее время в аэропорту Шереметьево работает Государственная комиссия по расследованию обстоятельств чрезвычайного происшествия, которую возглавил министр транспорта Российской Федерации. Спасенных пассажиров рейса доставили в кризисный центр в терминале «Б». С ними в настоящее время работают психологи и следователи. Всем пострадавшим незамедлительно была оказана медицинская помощь. Из 78 человек, находившихся на борту самолета, 37 выживших. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. Билигин қолуына жылы тәрейділер дойду президенті сөтікті әқтірге көтурғанын білдерді, етеніне сағал түрі өтін бұхар арғы сұрдақтады. Мурманская обаласқа үскіннәқ көтурған білдерділер.